Всем привет, это Стас. И я тут ходил-ходил, посмотрел на своего электроника-ассемблера, который я сюда поставил, и подумал, что робота все-таки надо разобрать. Вот. И так как там в крафте использовался такой вот аналайзер, в крафте использовался портабл сканер, такой же, как у меня был. Вот. Крафтился он мною, когда я еще не записывал. Для этого использовался вот такой вот батарейка и кропновайзер, по-моему. Что там надо? А, тин кейбл. Вот, изолированный. Для корпуса батарейки литиевой. Так, а потом нужно было, по-моему, с помощью клининг-машины засунуть в него литий. Вот так. Или два лития. Или что? Я не понял. Ну-ка еще раз. Осциллятор, ровый смелтер, автоматик, кеннинг машина. Ну, все правильно. Два лития. А, наконец-то. Ну, тупит иногда, когда съешь материалы, он не всегда начинает работать почему-то. Так, литиевая батарейка. Ой, какая она классная. Я хочу таких больше, но у меня мало лития. Надо будет заняться производством. Дело в том, что эти лучше, чем вот эти. И напряжение у них то же самое. Еще есть литиевый бэтпак. Мы его как-то проехали тоже, но он тоже крут. Теперь крупновайзер нужен. Крупновайзер. Приборчик для анализа семян на самом деле. В который можно совать семена и получать от них информацию. Вот. Но он неудобный. Или не совсем удобный. Просто вот этот вот призван его заменить на самом деле. Но сам он не позволяет этого делать. То есть сканировать семена в инвентаре, только растения. Так, и теперь их нужно в 8 машину с батарейкой засунуть. Так, раз и батарейка. Все, пока он собирает нам новый сканер, можно посмотреть, чего там еще не хватает. Для анализатора, аналайзер. Ага, так. Транзистор. Так, так как они у нас часто используются, я думаю, скрафтить побольше и не парить себе мозг. Так, аналайзер. Дальше микрочипы есть. Сюда кладем этот. Угу. Ну все. Сейчас оно соберет. Правда, очень долго это будет собирать. Поэтому посмотрим, что нужно в дизассемблере, чтобы параллельно делать все. Так, Control Unit опять. Если у нас Control Unit. Нету. Значит, мы берем вот это. По-моему, там были транзисторы. Лава, бакет. Значит, нужно взять ведро, набрать лавы. Это просто. Так. Вот. И рок пистон. И обсидиан. Пистон. Один сделаем. Обсидиан. Два железных. Все есть. Сейчас будет аналайзер. Да боже ж ты мой. Так, ну ладно. Еще раз, последний раз посмотрим на нашего робота. Интересно, какие детальки он его разберет. Все, дробит этот кремень. Так, эта штука все должна делать нам айронроды. Все правильно. Так. Робот я один буду делать. Один штука. Вот. Робот у нас будет чисто для того, чтобы экспериментировать. А вообще в планах Open Computer именно заюзать для мониторинга хотя бы турбин рейлкрафтовских. Вот. Пробую написать программу. Просто я раньше на Луа писал программки, особенно для компьютер-крафта. Вот. Но они были простенькие и не отображали ничего красивого. А на самом-то деле можно делать очень даже такие няшные штучки с графикой. Я хочу вот в этом как раз поразбираться. Что не хватает одного юнита. Он его разве еще не скрафтил? Или я в чем-то ошибся и скрафтил вместо него микрочип? Ну да, 6 нужен был другой. Data Control Circuit. И нужен был транзистор. 6 штук. Вместо этого мы скрафтили, походу, микрочипы Tier 3.
Что нужно было в центр положить? Ничего. О, хорошо. Хорошо. Готовый контроль юниты. Все. Изосендер. Наверняка ему тоже нужна электроэнергия какая-нибудь. Поэтому я его поставлю вот здесь. Если ее сейчас не хватит, протяну сюда кондуит. Так. Нет, походу он без энергии работает. Значит, кусок пола мы вернем. Ну, какой красный, страшный. Честно, что он вернет? Тут же всего один слот. Ладно, компьютер кейс. Тирван. Так. Алюминиевый корпус я хотел использовать всегда. Так. Дальше нужна отвертка, ключ. Ключ у меня вот. Отвертка нужна тоже новая. Скрилдрайвер. У меня даже рецепта нет, ничего страшного. Так. Это уже, чтобы больше не повторять возню с этими корпусами. Потому что на роботов и на любые компьютеры тирван корпуса нужны. Так, что тут у нас? Половина процесса готова. Теперь явно нужно записать рецепт для экранов. Автоматизируем все. Так, скриндрайвер, стилвренч, все есть. Теперь я могу крафтить экраны в один клик. Это, видимо, вылетает из дизассемблера. Больше ничего пока не вылетело. Только память. Все, разборка закончилась. Видимо, все, что у нас от этого робота получилось, это диск с операционкой и кусочек памяти. Ну, тоже неплохо. Значит, можно попробовать сделать второй компьютер кейс. Дальше монитор, дисплей, нет, монитор все-таки. Как он назывался? Скрин. Теперь точно будет робот с тем, что надо. Потом там была memory. Тир 2, тир 1,5. Можно побольше памяти на всякий пожарный взять. Дальше нужен центровый процессор, нет. CPU. Да, CPU. CPU тоже стоит рецепт записать. Warcraft с процессором. CPU. Так. Я знаю, что ты не можешь крафтить его. 100 пудов. Нужен Arithmetic Logic Unit, который, кстати, тоже можно настроить к автокрафт хотя бы. Знаете что? Я запарился. Давайте сделаем автокрафт, точнее, прекрафт. Экспорт. Шины. Сколько там их надо было? 5. Левелометры еще. Левелометры. Так, пошли наслаждаться процессами автоматизации, чтобы у нас все всегда было. Так, это транзисторы, по-моему. Так, так. Пусть держит всегда 32 транзистора, например. Так, можем. Так, транзисторы. Транзистор один возьмем, и нужен еще кабель, чтобы это соединить. Вот так. Так, теперь я сюда помещаю один транзистор, ставлю. Что, стек транзисторов пойдет? Думаю, да. Пускай он их держит, стек, всегда. Пошел крафтить транзисторы, которых не хватает для стека. Так, следующая машина крафтит микрочипы, всякие штуки крафтятся.
Что там у нас? Так, память есть. CPU. CPU. А он не мог крафтить CPU, потому что Arithmetic Logic Unit нет. Да, для этого нужна еще одна assembling машина. 20 минут уже возни. Конвейерный модуль. Так, здесь у нас нету ничего лишнего, чтобы оно взрывалось. Так, здесь мы вставляем лишь трансформаторы наши. Трансформер апгрейды. Ставим сверху конвейерный модуль. Настраиваем его отверточкой. Так, еще раз экспорт. Экспортовал импорт. Так. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Надо хочется нанять рабов для этой работы. Она никаким интеллектом не отличается. Так. Будет 16 штук. Электричество кончилось. Так. Кабель золотой. Бабах. Давай, детка, крафти. О, пошло. Оверклокер еще добавить. Ай, на всякий пожарный. То что-то долго. Во. Перевернусь к себе в лабораторию. Посмотрю, есть ли у меня теперь. Ага. У меня кончились необожженные платы. Так. Значит, мы сейчас быстро сделаем. Глиняные платы. Полное маньячество же. А у меня уже есть такой рецепт. Мне только нужен был не он, а вот этот рецептик. У нас же такой тин, правильно? Эртеховский. Эх, нет, у нас другой вот такой вот тин у нас используется. Блин. Будет попроще это делать. Здесь у нас куча серкетбордов, которые можно засунуть в сеть. И давай, давай, давай. Что там у нас с процессором? CPU. Так, есть. Процессор, память, дискетка и графическая карта нужна еще. Я, по-моему, записывал рецепт. Да. Теперь у нас будет черно-белый компьютер, точнее черно-белый робот. Так, ну пока он крафтит, можно сходить посмотреть, что у нас. Закат солнца вручную. Хопсы так и не разрастаются. А вместо скрещивания у нас почему-то постоянно вырастает назервот опять. Вот если бы я получил два хопса, я бы высадил хопсы, начал бы их пытаться скрещивать, и возможно они бы начали размножаться. Так они не хотят. Так, куча всяких седов. Причем все они стопудово. Вот Незервота. Так. Тут я, наверное, коробцы опять скрещивание поставлю. Так, 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 так. И так. Еще вот так, и вот так. И вот так. Давайте соберем, чтобы они выросли заново. Теперь она готова. Знаете, что интересно? Вот у нас будет экран и будет графическая карта. Станет ли нашему компьютеру, точнее роботу, от этого проще? Память дискета. 4 из 12 сложности. О, экран. Клавиатуру можно? А то экран будет, а клавиатуры не будет. Тоже будет обломчик. И опять робота разбирать.
лучше проверить, можно ли поставить туда клавиатуру, правильно же? Вот. Может туда сразу жесткий диск добавить? И что еще там можно добавлять? Чтобы робот оказался все-таки полезным. Батарейный апгрейд. Карт-контейнер. Может вот такой еще сделать? Вроде несложный. Сделаю так, чтобы карточки можно было добавлять. CardBase. Так, карт контейнер. Что еще? Upgrade контейнер. Тут практически такой же. Опять же, пистон нужен. Так. Какие у нас есть апгрейды? Есть апгрейд батарейки, есть апгрейд трактор бим. Тэнк, пистон. Интересный апгрейд. Надо будет про это все почитать. Инвентарь точно нужен. Вот так он тоже простой. Диспенсер нужен и пистончик. Что интересно, апгрейды очень дешевые получаются, не такой как сам робот, поэтому проще добавить эти апгрейды, чем не добавлять их вообще. Так, конвертер, апгрейд раз, апгрейд контейнер и карт контейнер еще можно, да? Нет, а это тир 2 я себе сделал. А какие у нас апгрейды есть? Может, надо было тир 1 сделать? Апгрейд контейнер. Так. Просто корпус, видимо, слишком простой, поэтому... Поэтому так. Это тир 1 апгрейд контейнер. Так. Где тут наши? Вот так. И можно еще. Во. Почему 13 из 12? Слишком сложный получился. Слишком сложный. Либо карточка. Это будет вам, наверное, как Wi-Fi какой-нибудь. Либо апгрейд. Complexity, видимо, связан с корпусом. Ну и что делать? Собрать корпус более продвинутый? Давайте. Продвинутый корпус. Так, head vent. Два штуки вот таких оверклокинов. И два. Так, и наш корпус сюда. Фух, ну надеюсь, что робот с такого корпуса может получиться. Значит, видимо, самый полезный робот с апгрейдами это именно вот такой. Так, процессор, память, клавиатура, экран, далее операционная система, карт-контейнер, апгрейд и апгрейд. 15 из 18. И видеокарточка. Так, лезет ли сюда еще жесткий диск? Хороший вопрос. О, у нас же еще есть апгрейд с инвентарем. 17 из 18. Видимо, что-то придется вынуть для жесткого диска. Так, хард драйв. Хард драйв делается из двух таких. Все. Теперь точно робот заряжен под завязку.
жесткий диск. 14 из 18. Сможем добавить еще карточку. О, даже два брейда. Собирай. 3 минуты 45 секунд. Пойду все-таки карьерчик запущу. Для этого надо просто зайти один раз в мискрафтовский мир, где он стоит. Это вот этот дезерт. Я тут как раз покажу огромный-огромный карьер, который тут копается. Да, в этой стороне. Кстати, которые я тогда выкопал, два штуки. За счет поезда. Вот этот вот максимальный размер карьера Quarry Plus. Если использовать Advanced Landmark. Вот такой вот он огромный. Это 256 на 256 блоков. Он его копает уже очень долго. Копает он их тут, в принципе, только ради рубинов. Рубины тут весьма в изобилии. Правда, что-то их сейчас не видно. Вот, например, только что он выкопал рубиновую руду. Причем он копает с фортуной на самом деле. Что не очень хорошо. Вот. Ну, копает. Так, скажу. Весьма и весьма. Просто сделал из карты шлак. Вот. В общем, Грехтех — это такой копательный мод, в котором без карьера ну никак. Это такой, ну, он просто уничтожает миры и заставляет выкапывать их до самого бедрока. Вот, поэтому вручную копать с Грехтехом вы, конечно, не сможете. Вот, поэтому можно сказать, что он сильно ломает представление о Майнкрафте. Потому что, насколько я знаю, многие игроки в ванильный Майнкрафт посчитали бы наличие карьеров слишком overpowered. То есть, ну просто в ванильном Майнкрафте такое количество ресурсов, ну просто девать некуда. Да и если так посмотреть, мне тоже некуда девать вот эти 67 тысяч этого вот всякого олова из железа. 30 тысяч тоже некуда. Хотя, если постараться, можно и этому найти применение. Так, прогресс. Еще минута осталась. У нас будет робот. Для него нужен будет чарджер, это 100 пудов. Это машина для зарядки. Куда она делась? Почему ее нет? Вот он чарджер. Титановый корпус. Молодец, Грех, молодец. Я такого от тебя не ожидал. Точнее, не Грех, а автор мода, который делал эти рецепты. Так. Это нам нужны машин-боксы, которые крафтятся из корпусов машинных частей. Так. Их сюда два. По-моему, больше ничего там не надо было, да? Конечно. В общем, да, все так. Второй. Сейчас будет готов. Ну, робот, наверное, готов. Уже. Да, вот он. Вибо. В нем куча всего есть. Давайте его поставим. О, у него даже откуда-то торчит сундук. Вроде больше ниоткуда не торчит. Это хорошо. Так, вот его инвентарь. Вот раньше все роботы были вот такими. А теперь они сделали их такими апгрейдабельными. И их можно всякими инструментами награждать. Ну, инструменты и раньше были. Вот. Ну, теперь можно и апгрейды ставить. Вот. Его можно включить. И можно писать на него программы.